Помогите, я не могу, помогите. За мной бежит собака, она меня убивает, люди. Там дракон, там собака, ну что мне делать? Ну что? Кто мою голову повернул? Я разговариваю с собакой? Все, видимо, я переиграл. Я поиграл целых 20 минут. Это слишком много для этой игры. Поиграешь 20 минут, с тобой собаки разговаривают. Ну и что тебе надо, Со мной разговаривают собаки. Вы понимаете это, да? Все, я сдвинулся. Хочешь, я сейчас удалю эту игру? Ну что ж, ну пойдемте. Я не понимаю, что происходит. Эта собака, она меня влечет куда-то. Я не знаю, мои ноги, они сами... Нет, мои ноги, они сами идут куда-то вперед. Что нас ждет дальше, я не представляю. Откуда ни возьмись, красные куски пятен появились у меня на экране. Какие-то пауки еще до нас домогаются. Уйди, уйди, мразь. Почему я не могу разговаривать с пауком? Почему? Ну куда он меня ведет? 15. 15 дней я не отхожу от компьютера, и мы все идем и идем. Я не могу отойти, не могу. 15 дней мы идем куда-то. Куда она меня привела? Что это? Это дыра. Черная дыра. Я даже боюсь туда заходить, но мне нужно. Я проделал такой огромный путь. Поубивал 500 человек по пути. Пещера Хейдмаршала. Зеленая пещера. Зеленая. Нет, это слишком страшно. Я выключу. Что это? Уйди из кадра. Что это? Стол весь в крови. Топор и кинжал. Топор на столе, кинжал по столом. Все понятно, это секта. Старый знак секты. Я куда-то влип. Что? Что вы делаете? Напали на мою собачку. Мы шли столько времени. Ой, как вас много. Ой, как вам много вас. Сколько трупов будет. Ой, ой. Я чё собаку не ударил? На колени. Это было слишком страшно. Мы пришли? Что это такое? Ну-ка, ну-ка, мне интересно. Я тебе обязан, по крайней мере, за то, что последнее желание моих последних почитателей исполнилось. Что происходит? Кто это? Они так страдали от вампиризма, так просили меня исцелить их. И тут приходишь ты и прекращаешь их страдания. Так мы сделали добро, получается. Исцелили вампиров. Ну так чего душе твоей? Оказывается, так легко исцелить вампира, надо было просто убить. Я хочу воссоединить. Это несносная псина? Нет, нет. Отказать! Отказать! Я так рад, что от него избавился. Даже если это значит, что я застрял в этом... Ну я понял. Отпустите меня отсюда, отпустите уже. Что нужно от меня? Я даже не могу перемотать его слова. Как же это было удобно. Может быть. Ничего не обещаю. Да, да, да. Есть один топор. Очень мощный топор. Такой мощный. Мощный топор? Хорошенько повеселиться. Если принесешь его мне, я исполню твое желание. Никаких подвохов, никаких сюрпризов.
Ну нет, ну что, опять куда-то идти? Помнится, он лежит в морозной пещере. Барба с тебя отведет. Кто знает, придется идти за топором. Ну что поделать? Фух. Все, принес я топор. Забирай свой топор. Да, топор у тебя. И мой пес тоже. Великолепно. Забирай. Молодец! Герой и его верный спутник возвращают принцу старинный артефакт. Это просто... просто роман какой-то. Да это не артефакт, это какая-то шляпа такая, подзаборная. Я не могу отдавать такое чудесное оружие, правда? Думаю, ты можешь меня убедить оставить его. Не-не, забирай, чувак, и дайте... Я пойду уже но домой, а? Только если ты убьешь этим топором Барбаса. Вот так все просто. Что? Он предлагает нам убить пса. Да никогда в жизни этого не сделаю. Забирай. Скучно с тобой. Придется мне веселиться в другом месте. А взяв псину обратно, я получу свою полную силу. Целый мир меня ждет. Мой пес. Я знал, что тебе можно доверять. Мы, может, с тобой не убедимся никогда. Да, у собаки есть хозяин. У хозяина есть колоссальный топор. Все счастливы. Иди сюда, шапка. Нет. Столько пережили. Я позабочусь о том, чтобы он увидел свет. Я доверился тебе. Барбас. Теперь ты доверься мне. Карабас-барабас, не уходи. Нет!